Говорит и показывает стадион КАМАЗ. Доброго вам воскресного вечера, уважаемые любители футбола. Челнинский КАМАЗ в ранге принимает команду Краснодар 2. Ну, кому-то, наверное, и в этом месте хорошо. Гаглоев. Касание, передачи, здесь уже гол. Гол, камазовцы открывают счет. Валентин Пальцев забивает первый мяч в этом поединке. Успешно воспользовался моментом игрок, который в прошлом сезоне защищал цвета КамАЗа. Наверное, мы увидим во втором тайме. Сейчас Гаглоев, штрафной, подача. Все-таки пробил. Пробил, и непростым этот мяч оказался для Валентина Гришина. Ну, а отмечаем действие Юрия Кириллова. Добилась победы в Ярославле, в Хабаровске, где любой команде очень сложно. Сейчас голевой момент. Первый у Краснодара заканчивается забитым мячом. 1-1. И сравнивают счет Дмитрий Пивоваров. Ну и тишина на КамАЗской арене. Дмитрий Пивоваров, 32 номер. Защитник, сравнивает счет. На Гаглоева. Продавливает, бьет Гаглоев. Выпрашивает пенальти, считая, что мяч попал в руку. Но, по всей видимости, у Евгения Буланова иное мнение. Итак, Толстопятов разбегается, бьет поворотом. Это в пару метрах от штанги. У нас ничья 1-1 в спарринге команд КамАЗ-Краснодар-2.